Да, дорогая. Здравствуйте, дорогая церковь. Я хотела сделать объявление. Свидетельств уже нету. Все. И хочу напомнить вам, что месяц назад у нас было открытие такого небольшого проекта, который, я надеюсь и верю, что станет огромным и колоссальным проектом для женщин. Аминь. Про женское. И хотели сначала показать небольшой ролик, а потом все остальное. Давайте посмотрим. Господь, Богу не нужны на самом деле физические глаза для того, чтобы видеть истину. Мы истину видим сердцем. И я верю, что Господь ему позволил, знаете, допустил такой момент, чтобы он по-другому смотрел на жизнь. У него потрясающая, классная семья. И это действительно сильная семья. И он будет говорить о семье. Мы будем говорить о тайнах супружеской жизни и так далее. Разные темы мы еще скажем. Но что я хочу попросить, друзья? Во-первых, 9-10 декабря мы будем служить с вами все. Но... Давайте мы сделаем такой подарок. Люди говорят, ну какой подарок обычно? Давайте сделаем такой подарок. Кто из вас знает, друзья, людей, которым нужно было бы услышать о семье истину Божью? Кто знает такие семьи? Может быть, они неверующие. Я хочу, давайте сделаем такой список небольшой, 2, 3, 4 человека, может быть, с которыми мы начнем говорить, и мы пригласим их на эту годовщину. Сразу хочу сказать, говорите им о том, что это будет церковь, это христианское будет, друзья, служение. Мы будем говорить из Библии, но мы будем говорить ту истину из Слова Божьего, через которую Бог строит и созидает хорошие прочные семьи. Аминь. Поэтому, друзья, примите решение уже сейчас, начните приглашать людей. Я думаю, это самая классная, самая хорошая вещь будет, которую вы можете сделать, и самый лучший подарок, который мы можем сделать для Бога. Итак, внимание на экран. Объявление, что следующая наша встреча не за горами, она состоится 11 числа,
И тема нашей встречи следующей будет про странные вопросы. Очень часто мы задаем такие вопросы себе, почему это происходит со мной, когда все это закончится. И хочу сказать, что на эти вопросы вы получите ответы 11 ноября в 16:00. Это будет у нас в офисе на Сверстюка 4А. Ждем каждую из вас и планируйте свое время. Спасибо. Окей, спасибо большое.